прежде всего, конечно, хочу поздравить наших болельщиков с победой долгожданной, которую мы сегодня выиграли. Спасибо болельщикам за поддержку. Очень приятно было. Конечно, неприятные были высказывания, крики. Ребята делают все, что могут. Просьба просто на футболистов матом не кричать, это, конечно, не очень приятно со стороны. Еще раз повторюсь, ребята делают все возможное на футбольном поле. Второе, спасибо за поддержку. И хочу поздравить всех болельщиков, которые болеют за «Металлист» с этой победой. Хотелось просто, я думаю, что ребятам быстрее забить, начали сбились на средние и длинные передачи, которые, опять же, не присущи. Но... И я думаю, что, конечно, у некоторых футболистов сказалась усталость после выездного матча с бельгийцами. Чуть-чуть видно, что чуть подсели. Радченко выходил с первых минут. Я думаю, что команда была свежая. Радченко сделал все возможное. Молодец, парень молодой. Теперь от него все зависеть будет, как он будет работать на тренировках. А Давыда вышел, я думаю, что усилил игру команды. Он вышел как второй нападающий. Пару раз зацепился за мяч, тем более, что когда мяч забивали, он поучаствовал в этом мяче. Так что я думаю, что дебют удался у парня. Да, есть какие-то недостатки, еще не привык к тем скоростям, которые присутствуют. Но, тем не менее, я думаю, что будет прибавлять. Надеемся. Официально ОПП травмы. Колено он играл в Бельгии уже с травмой. Он остался там на обследование и... Его, полетит за сборную. Да, сборную. Он попросил там остаться. Там приехал доктор к нему. Его. По Дешенковичу у него тоже самая травма после этой игры. У него приводящая. Спина? Нет, приводящая, слава богу, что спина нормальная. Так что я думаю, что в следующем игре он уже будет готов. Троссельери тоже самое. У нас все до кучи. У нас будет 3 дня выходных, 3 дня будет двухразовая тренировка, игра. И будем готовиться уже на следующую игру. Молодцы ребята, до конца бились, но, к сожалению, те моменты, которые у нас были, это 3 выхода в один, это, конечно, нужно было использовать их.